Всем привет. Так, приехали к нашим клиентам City Garage. Сейчас какие-то вам покажем обзоры. Все, включил. Так, расскажем про болячки Bentley. Так, основные, что у нас? Потеющие фары, да? Потеющие фары. А здесь это основная проблема. Здесь не потеют, да? Вы уже сделали. Все потеет, как? Да? Все потеет. Вот, все, все. Но как вы же положено. Умеете их уже делать, да? Да, мы умеем их делать, но иногда они не делаются, потому что. Ну, просто отвер... фар, отверстий, да? Столько в фаре, да, что трещин, микротрещин, что ее всю прокладываешь герметиком, чем там только угодно не прокладываешь, но они продолжают потеть. Вот обрати внимание, вот этот ближний свет, да, здесь фара греется, да, она не потеет. Вот этот дальний свет, которым ты не пользуешься, да, в процессе эксплуатации. А, вижу, вон. Да, вот эта фара, она, конечно, потеет. То же самое там, на дальнем свете. Понял, да. То есть смысл в чем? Но это если каждый день мыть машину. Если ее не мыть каждый день, да, и держать ее, например, в сухом гараже, это проблема, ее как-то не будет. Так, что еще можно рассказать интересно? Чего еще можно рассказать? Про арки, наверное, GT2 потом дадим. Давай вот с этих, с первых пока. Давай по спиду закончим. Смотри, вот еще какая неприятность. Это вот такие вот. Вот дверь, она доводчиком доводится, но дверь на самом деле, она, петля у нее просевшая. Вот эта вот петля, она провисает. Эту петлю надо поднимать. В итоге что получается? Вот мы ее прищелкнули, а она доводчиком подводит и поднимает дверь. Я вижу, да. Что еще можно сказать про эту машину? Еще. Очень интересный косяк с багажником. Так. С переводом багажника. Открываться он открывается отлично. Закрыться он может и не закрыться. О, найм, смотри-ка. Да, здесь найм, да. Это что такое, там усилитель? Да, это усилитель. Найм, усилитель. Там вот губочки лежат всякие, надо их отсюда убрать. Это музыка найм. Пленка еще даже не, да? Да, пленочка не снята, но болячек уже всяких масс. А самое главное, это закрытие багажника. Вот лучше отойти подальше и снять, как он закрывается со стороны, шаг назад. Но в этот раз он закрылся удачно. Бывает, что закрывается неудачно. Звук, нет, закрывается неудачно, это он такими, как бы, ступеньками. Тын-тын-тын-тын. А, это он так неправильно. Так не должен быть. Резкими, да, движениями закрывается. Вот сейчас он вроде ничего работает. Ну да, необычно. Машина. Да, ручки замерзают. Ручки замерзают, конкретно, да. Но это только зимой, да. И в основном только задние двери. И парктроник не работает. Передний? Ну это да, это садись в машину, я тебе сейчас прокачу. Давай сразу на мойку тогда. Будет понятно, о чем речь. Залезаем. Значит, такая фишка с парктрониками. Это даже не детская болезнь. Это даже не детская болезнь, это ноу-хау автомобилей, которые прошли с 2007 года, с 2008 года, у которых пошла так называемая рестайлинговая морда. Вот интересный момент, мы ее завели, впереди нас забор. Мы включаем драйв, начинаем двигаться вперед. Как вы видите, парктроник у нас не работает. То есть можем смело садиться с утра в машину, заводить ее. Не включая заднюю передачу, ехать на работу. Так. Ну и втыкаться в какую-нибудь тумбу, не знаю, бетонную, или в забор какой-нибудь. Но, если мы включаем заднюю передачу. Так. Работает. Потом включаем переднюю передачу, драйв. Начинаем движение. Как вы видите, он работает. Интересно. Да. Значит, для чего это сделано? На предыдущих машинах, которые шли до 2008 года. Так. Парктроник периодически срабатывал, когда водитель подъезжает к бордюру ближе, чем, ну, сантиметров, наверное, 50 на 70. Срабатывали передние парктроники. И вот, значит, инженеры Bentley решили таким вот достаточно простым способом избавиться от этой проблемы. Ну, они избавились от одной проблемы, а другая проблема возникла, потому что
принципе, сесть, тронуться в машину спокойно и поехать на ней туда, куда хочется, безопасно, не воткнувшись в какую-нибудь стену. Неподготовленному человеку, конечно, невозможно. Да. Слушай, ну он свежий для такого года, да? Машина очень в хорошем фланга. Состоянии. Это же первый у нас фланг. Очень хорошем состоянии. Вот, тем более в ней 610 сил. Кстати, очень интересно, что 610 сил и 560 обычных и 610 спидовых. Очень большая разница ощутимая на флай. Очень ощутимо. На GT ее так не почувствуешь, как на флай. А мойка же у вас там была открыта? Ну я сейчас проеду кружочек, а потом на мойку. Да, давай. Интересно. Я же, кстати, на флай не ездил, еще только на конте, на этот, на смысле, на купе, на ГТ. Так, ну ты пока не нажимал, да? Потому что что-то нет, не ехал. Нет, я никуда не нажимал, конечно, куда-то нажимать. Сейчас выйдем куда-нибудь на дорожку, нажмем. Сейчас выедем на магистральную, так. Там есть возможность поддать ей под сраку получше, чтобы она поехала поинтереснее, чтобы ощутить можно было хотя бы, что такое 610 сил. Там сзади пакеты эти, конечно. А что за коврики? Это не оригинальные, да, какие-то? Или... Это не оригинальные ковры, резиновые, но очень неплохие. Очень неплохие, потому что, конечно, тряпочные ковры во время нашей зимы превращаются непонятно во что. Сзади там барахло навалено, конечно, надо было прибраться. Знал бы, что съемка будет, прибрался бы. Слушай, удобно, как у меня на иске тут отдельно сиденье. Да, там стоит разделенка, да. Это полная машина с разделенкой, со столиками, с мониторами, с тем всем. Так, я забыл, а фланги только лонги, да? Флангов не бывает коротких. Я же мечтал сделать короткий фланг на базе. А восьмой короткой. Сейчас знаешь, что услышал? Какое мнение, кстати, интересное на форуме. Сейчас я дам. Вот, сейчас мы попробуем. Кстати, еще удобно на Бентли вот это управление сидушками развернуто. Вот так вот. Да, удобно. Да, и да. Часы не царапаются. Очень удобно. Это очень удобно, ничего не могу сказать. Угу. Так. Лучше спорт сразу ставь, чтобы ощутить все прелести. Угу. Подвеска пневмо почувствовать. Сейчас куда? Прямо пошло. Так, пробуем flying speed. Жалко, мокрая дорога, конечно, полный привод. Сейчас носите же направо, да? Да, носите, да, вправо. Тут прямо сигнализа. Не, а я не ему сигналит. Может, что не так? Все так. А, здесь у нас одна полоса. И стоп, теперь можно разговаривать. Значит, так. Отдельная тема, конечно, хочется подчеркнуть, это тормоза на Бентли. Угу. Если зимой они еще как-то отрабатывают, пока на улице прохладненько.
то летом это, конечно, превращается в настоящую борьбу с физическими ускорениями, с нагрузками на подвеску. Машина очень тяжелая, мотор очень горячий у нее, разогревается до сумасшедших температур, особенно когда стоишь в пробке. Когда постоянно работаешь тормозом, тормоза перегреваются, конечно же, моментально. Даже в пробках? Даже летом в пробке однозначно перегреваются тормоза. Практически в любой пробке, если еще нервно едешь, газ-тормоз, газ-тормоз, то попадание на диски, на тормозные обеспечено. Поэтому лучше потихонечку катиться на такой машине в пробке и ни в коем случае не увлекаться нажатием на педаль, на педаль тормоза. Хорошо сохранилось этот рояльный лак. Да, лак отличный. Машина прекрасная. Она находится в продаже сейчас у нас. В принципе, по ней устранены все косячки. Ну, видно по рулю даже. Устранены все косячки, которые были очевидны. Кто хочет флайинг хороший, что редко для такого года, для такой модели, заезжайте в Сити Гараж. Это реклама такая была. Ну, скрытая реклама такая была. Опа, как он да, дергает, вот так, да? Да, он может, да. А, он вообще у нас S. Да, встряхнуть. S2 или... А, это вторая передача. Я скажу по секрету, когда я еду за рулем сам, да, у меня рычаг переключения передач стоит только вот на этой позиции S. Потому что на драйве, конечно, на обычном, если ты везешь кого-то, какую-нибудь VIP-персону. Да. Это, конечно, удобно. Когда сам за рулем, веселее ехать на S. Колодки меньше стираются. Газ спускаешь, она притормаживает сама, подтупляет. Ну, как и положено в спорт-режиме, в общем-то. Кнопка, да? Нет, это не кнопка. Кнопка, это кнопка, когда с паркинга снимаешься, а вообще нет, это просто когда паркинг снимаешься. Есть, прямо сейчас на D, да, мы можем перейти? Да, 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 без проблем, можно на D перейти, он поедет мягенько, плавненько. Доставляю удовольствие пассажирам задним, коих у нас не имеется сегодня. Да, какие задние пассажиры? Коих у нас сегодня не имеется. Ну, габариты, кстати, все чувствуется удобно, без проблем управляется. Так, опа. Еще хотел обратить внимание наших зрителей на то, когда такой автомобиль, как Flying Spur, входит в поворот, в незначительный. Если этот поворот мы проводим, проделываем на газу, вылезает еще одна проблемка частенько. Гудящая раздатка. Но у нас в этом случае раздатка работает идеально. Она не гудит, не издает никаких звуков. Но при покупке, друзья, обращайте на это внимание. Это говорил из-за того, что да, на базе на Конте? Совершенно верно. Машина тяжеленная. Коробка такая же, как у Конте. Раздатка такая же, как у Конте. Но это мое личное убеждение, я не знаю, на самом деле, может быть, какая-либо другая, да? Причина, да. Но вот на Conti GT я такого не видел, а на FS-ах, особенно на древних, это очень-очень часто происходит. Вот эта хрень, подожди, подожди, я тебе сейчас расскажу, вот эта хрень, и для того, чтобы ее сделать, с той стороны уже дверь разобрана. Сколько нужно провести работ, чтобы их покрасить? Вот это вот, видишь? Для того, чтобы их довести до кондиции, чтобы не было обычной ржавой. Ну да. Ну, по гарантии обычно меняют, да, вот этот весь хром? На Мерседесе это два года. У меня меняли, гарантии, да. До двух лет по гарантии, а гарантии? Или это 9? Вот, Серег. Ну вот, вот, да. Вот он. А, ну это тоже олеохром, да? Нет, это не хром. Это чернён, вороненка такая идет, вороненая типа. Это покрашено. А да сколько хватает? Надо... Какого года машина? Шестого года. Угу.
Брутус. Угу. Брутус мне нравится. Да, это интересная позиция. Жалко сейчас двухтели снять. Мы на Арнаш поставили Брембо тормоза. Он начал реально тормозить. Ого, интересно. Да, реально начал тормозить. Керамику, вот. Нет? Нет, Брембо обычно. Угу. Вот этот мулинер, вот этот спид. Про что будем говорить? А, ну про то, что я сам к вам приезжал на диагностику, да, и практически все GT2 новые, да, почти новые бы арки отваливались. Что-то красочка на арках, да? Или нет, сама арка, сам подкрылок, да. Здесь меняли на этой машине. Меняли подкрылки. При этом она какого года? 12-го года. Да, 12-го года уже отваливаются подкрылки. 12-го года. А что они там намокают или что с ними случается? Ну они из такого материала сделаны, странного. А, еще есть проблемка в машинах. Вот здесь уже эту проблемку устранили. А, я помню, если вы видите, вот здесь уже лак напыл, натекло, видишь лак? Вот, вот здесь вот сними вот такую вот эту самую капелька лака, видишь, она видна. Вижу, да. Вот тут вот она находится, вот тут. Вот это наплыв лака, от чего это появился? От того, что вот эту вот сторону уже прокрасили. Стоп-сигналы протирают дырки. В крыле в заднем. Представляете себе покрасить крыло вот это полностью? Ну да. Как-то интересно. Значит, если это дело владелец обнаружил, а дилеры что делают? Дилеры, когда к ним приезжаешь, они снимают плафон, задний стоп-сигнал, берут надфиль и подпиливают его до такого состояния, чтобы он на ямах не скреб у нас по крылу. Вот здесь вроде нет покраски, я не вижу так. На вскидку. Вот здесь точно лак есть. Ты видишь, на камере это не видно, но вот видишь, что кусочек вот. Здесь уже перелачивание. Второй момент. Насмерть облетает хром. Всегда на всех машинах облетает хром. У Мерседеса тоже такая есть проблема. Насмерть. Ты, вот он. Поставщик вот какой-то у них один. Нереально. Нереально. Да смешно, на Тойоте все отлично 10 лет. Здесь беда. Любую машину водим. Смотри, вот эту вот, пожалуйста. Она новее. Она новее. Здесь эту проблему устранили за счет хромированного ободка. Вот она. На них не видно. Здесь ободка нет. А, кстати, подожди, а ободок это что? От чего? От года зависит или от опции? Это зависит от года. Ага. А спиды не спиды. А, на спидах на всех такие ободки. А, понял. Да. Это спид. А он ставится нет. Потом, кстати говоря, если ты взял вот такой, нельзя? Нет, так надо фару уже, да? Нет, да. Надо целиком фару. Ага. Кстати, вот это я не знал. Надо целиком фару. Смотри-ка, да? Я ожидал. Что-то новое буду узнать только. Да, два оконца ГТ. Вторых. Это сервисный, да? Продаж. О, найм есть. До 8? Нет, почему? До 12? Да, до 12. А как, кстати, определять по салону? Можно до 8-12? Только по реборке? Я по выходу всегда определяю. По дискам. Окей. Диски с такими ставят на V8. В родне. С болтами, да? В родне, да. Это мулинер колеса. Колеса мулинер. А, ну знаешь, что тоже, да? Вот это. Тоже вот это? Да, это тоже. Это сбит. Он не может быть на 12. Он такой 12. А, смотри с этим, да? Выхлоп чудо отличается. Да, выхлоп, конечно, спидовый отличается, конечно. Вот если спидовые другие, и выхлоп другой спидовый. Ну вот вам обзор с этих гаража. Кому интересно, ссылку ставлю в ролик.